Yes. Ja, did it, 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 did it. Всем привет, меня зовут Алена, и вы на канале Каракуль Стич. У нас вчера был День матери, а сегодня понедельник, у нас выходной, ресторан не работает, и я сделала свои дела, и сегодня я буду вышивать, и вышивать я буду ромашку, потому что прошлый свой выходной я вышивала Аврору, вы уже видели это видео коротенькое, и сейчас я вам покажу, на каком этапе у меня ромашка оказалась, и... сколько я за сегодня успею вышить, ну, я не думаю, что у меня получится повышивать очень-очень много, но хоть сколько-то я ее продвину, а то скоро Новый год на носу, а я вообще ничего не повышивала, ни новогоднее, ни вообще не закончила, не начала, и, ну, в общем, не сложилось в этом году, ну да ладно. Итак, поехали, посмотрим, на чем я остановилась, я сама уже не помню. Итак, смотрим ромашку. Вот такая она у меня малюпулюсенькая. Как я остановилась на вот этом этапе, так я больше ничего и не вышивала. Итак, приступаю. Покажу вам завтра утречком, что я навышиваю. Ну, здесь, конечно, не так будет заметно. Не знаю, я, наверное, пойду по серединке. Хочу серединку больше повышивать. А то серединка это самое сложное. Там много одиночек. И хочется быстрее как-то уже ее... серединочку закончить. Ну ладненько, пойду я вышивать. Показываю вам ромашку и слышу скрежет, думаю, что это за скрежет. А это вон белка пьет, сделала дырочку, сейчас там видно, я через камеру, вон она, и пьет кокосовое молоко, вон молоко льется, видите, струйкой, и вот она сделала дырочку. Ой, какая пушистенькая, хвостик какой, и вот она пьет, видите, наслаждается. Хвост какой длинный. И с одной стороны подлезет, и с другой стороны подлезет. Куда там она пошла? Другой, что ли, хочет уже? А, нет, она все это пьет. Смотрите, сколько молока. Еще один день с вышивкой у меня завершился. Сейчас я вам покажу, что я там навышивала, какая у меня ромашечка получилась. Ну, как получилось, так получилось. Сейчас у меня времени на вышивку совсем мало. Итак, давайте покажу. Я, как говорила, я повышивала вот эти вот желтенькие серединки. Вот здесь, вот эту серенькую ниточку тут. Вот сюда желтенькие такие ниточки прошла. Ну, в общем, как я и вам и рассказывала, я хочу все-таки серединку побольше вышивать, да, потому что она потяжелее. Потом уже в конце дня я повышивала лепесточки белые, потом у меня вот здесь были какие-то тоже такие одиночные, пропущенные. Не одиночные, ну, именно одного цвета, да, крестики. Вот этот листик тоже, видите, вот этот весь листик я вышила. Ну, немного, кажется, вот ты так смотришь, кажется и немного, да, но в принципе хоть растет, хоть не стоит на месте. Конечно, я не успею до Нового года, ну, но что делать? Работа есть работа. Постепенно буду вышивать. Может быть, у меня получится там пару дней в январе вот эти выходные, так я уж займусь и Авророй, и ромашкой побольше. Итак, всем спасибо за внимание, спасибо, что были со мной. И как всегда, кому понравилось, ставьте пальчики вверх, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал.
Всем пока-пока. Чао.